Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Герман, и вас всех рад приветствовать в этой замечательной игрушке под названием Kid Doom. Так, неправильно прочитал название, Дудли King Doom. Вот. Что хотелось бы сказать, хотел много серий по ней сделать, сейчас собрался, видосы заранее это делаю, и решил записать, поиграть немного в видео и показать, насколько я продвинулся. И я перед этим зашел квест, как вырастить дракона, и решил его по фулу закрыть и посмотреть, что же будет. И в итоге, как только я его закрыл, то есть ничего не произошло. То есть вообще ничего. То есть я думал, будет какая-то интересная штука. Видите, у тебя нет элементов для реакции, разблокируйте закрытые элементы. А, может быть, тут еще какие-то есть элементы закрыты, но именно вот здесь. Но я не знаю, я открыл все, прогресс квеста 100%, то есть больше здесь. Я не знаю, что здесь еще можно поискать. Можно заново запустить квест, заново все расшифровать. Но я думал, может быть, этим драконом можно будет его, не знаю, там что-то поиграть с ним, еще там что-то. Но в итоге нет. Все вот так вот грустно. Итак, предполагаю, с вот этими квестами тоже. Кто играл дальше, напишите в комментах, мне интересно. Так, создание мира я тоже что-то перестал делать после того, как я закрыл квест. Я решил, что мне это тоже ничего не даст, что тут просто появятся цифры. И когда я зайду сюда, у меня будут типа все элементы по фулу открыты. Там все группы, все элементы и все. Можно бежать героем. Можно бежать героем, мой герой, и погнал. Им бежать, им прокачаться по максимуму, естественно. Как я уже говорил, квест брать золотая лихорадка, и погнали. То есть с ней вообще кач идет на ура. И вот на нем качаемся, героя прокачиваем, по фулке его одеваем, и все. Как бы игра для нас закончена. Если вот так рассуждать. Но тут тоже скучно. Он бежит сам, он бьет мобов сам. Я думал, будут часто боссы. Нет, боссы вообще не часто. И действительно скучно вот за вот этим вот мероприятием смотреть за всем. Как он что там делает. Фласок ему накупили, все. Вот. Ну, это скучно, друзья. Это скучно. Я что-то сначала прям хвалил. Да, игра сделана неплохо. Она сделана хорошо. Как бы бета-тест, да, она как бы... То, что может быть бета-тест, знаете, и как бы может еще что-то потом добавят. Но я, наверное, сойдусь на этом, чтобы меня там сильно не засрали в комментах. Но я вот на этой серии, будет всего лишь 5 серий по этой игре, хотя я хотел сделать где-то десяточку, стандартный мой этот. Стандартный мой. Блять, вылетело с головы. Короче, по стандарту, как у меня всегда идет летсплей, 10 серий. Все. Но здесь я сделаю 5, сугубо потому, что здесь нечего больше снимать. Здесь скучно. Я вот именно посмотрел, что нам дает квест. Нам ничего он не дает. Единственное, что я вам могу показать, кому интересно, кто будет когда-нибудь эти... Ну, может, кто-то поиграет, эти элементы будет делать, и кто-то вот может захочет посмотреть. Вот я вот сейчас вам медленно пролистаю, из чего я что сделал. Может, кто-то там запомнит, подскринит, я не знаю. Может, кому-то вообще нахрен это не нужно. И вот люди, которые захотят, могут зайти посмотреть. Хотя есть вики, на вики, наверное, гораздо удобнее, чем с видоса. Ну, мало ли, на всякий случай покажу, какие элементы, что я создал в этих элементах. То есть драконы, все это делается очень легко и просто. Все быстренько. Главное одного дракона вырастить. И дальше уже идет дело вообще как по маслу. Буквально там за 5 минут я уже все сделал. Как всегда, звонит телефон на запись. Секунду. Извиняюсь, дорогие друзья, как всегда, я же говорю, только вот эта запись начинается, начинаются звонки. Так, ладно. Вот, далее покажу эти элементы, которые я сделал. Ну, я думаю, тут уже все понятно. Да, вот квест выполнен, вы получаете ачивку, и как бы все гуд, у вас все хорошо. Но это не фонтан, да, вы понимаете сами. То есть суть игры, то есть вот драконы, они у вас нарисованы, и все.
Может, я думал, что вот мы сделаем драконов, там ими, может быть, в бой, да, там куда-то можно будет еще там что-то. Ну, мало ли, многое, да, вот что-то там придумать. Или просто анимация там какая-нибудь красивая. Вот как вот здесь, не знаю, там его можно будет погладить, еще что-то, ну фиг знает, вот что-то такое. В итоге нет, все что-то прямо так. Но я сливаю это все на бета-тест, все это скидываю. То, что это бета-тест, и, возможно, добавить что-то интересное, потому что сейчас здесь действительно делать нечего. И кроме того, как прокачивать своего рыцаря. А рыцаря можно прокачивать в офлайне. То есть вы бросили просто тупо, он бежит, 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 бежит. И потом вы пришли, а он там уже набежал себе левел там 20 классок. Ему там накупили на все вот эти бабки. И он будет бежать. Не, ну конечно, пока он до босса не добежит, встрянет там через полчасика. Глядите, ага, не добежал еще. Там опять хоп, а, добежал. И все. Монеты вот эти можно дать собирать. Единственное, наверное, минус, то, что монеты вы не сможете собирать. Монстры только вот новые добавляются. Одно, хоть прикольно, то, что не монстры хотя бы, не все как из-под полы штампованы. Вот это вот интересно. Так, 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 так. Когда дудли буду выкладывать, именно вот, вот этот, я не знаю, дудли. Дудли Кингдум. Пока еще не решил, ну, наверное, как сразу зарендерю все это, залью, может быть, перерыв между рыбалкой сделаю, выложу дудли, посмотрим, как вообще все пойдет дело, наверное, так и сделаем, дудли закинем. Но 5 серий что-то прям, я разочаровался, думал 10, ну, просто смысл тянуть, да, вы сами понимаете, для вас чисто растянуть, так поболтать, посидеть, да ну нафиг, лучше уже в рыбалку поиграть. На самом деле, чем вот здесь поубивать время, 15 минут серия, хотя нечего тут снимать, он сам, видите, все делает сам, он бежит сам, все сам. 14 левел, давайте просто ради прикола, чтобы эта серия прям не такая была лоховская, купим шлемак ему, за-то хотя тут даже шлемак нормальный не купить. Давайте купим ему щиток, да, щиток. Теперь у него такой щиток. Круто, он даже вот не крутится. Но это бета. Это бетка, поэтому тут тоже от нее требовать прям столь многого не стоит. Хотя, когда вышел Don't Starve в бете, даже в альфе, он был просто топ. Ну, конечно, да, сравнение глупое, соглашусь, да. Да, уже сам понял, что сравнение глупое. То Don't Starve, а это что-то вообще другое, совершенно другое. Но все равно... Сделали бы что-нибудь, где надо больше, как бы, более интересно было. Ладно, ребята, наверное, на этом я буду заканчивать. На этом заканчивается наш такой маленький летсплейчик, первый взгляд. Если вам понравилось, я не помню, сколько ее покупал, за копейки 30 рублей, купите, поиграйте там в нее пару часиков, посидите, если вам так убить время хочется. Но, мне кажется, если ничего здесь не добавят, ее и покупать даже не стоит, потому что вот она реально стоит 30 рублей. Вот 30 рублей, вот, наверное, ей вот цена. Больше я бы ей реально не дал. Вот это... Тут скучно, парень. Тут реально скучно. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Герман. Подписывайся на канал. Большой палец вверх, колокол не забывай нажать. И все, до скорых встреч.